Шквалистый ветер повредил несколько рекламных конструкций и крыш, повалил по всему городу около 3 десятков стволов деревьев. От упавших деревьев пострадали около 10 автомобилей. Ураган на улице вызвал и настоящую бурю в социальных сетях. И это Муром. Сейчас все это валится. Это просто ужас. Дерево упало на машины. Офигеть. На Владимирской 5 из-за сильного ветра дерево обрушилось прямо на 13-летнюю девочку. В детскую больницу ее доставили с переломом плеча и черепно-мозговой травмой. На ликвидацию последствий короткого, но довольно разрушительного буйства стихии были брошены все силы управления благоустройства. Первым делом сформированные бригады расчищали завалы на дорогах и убирали упавшие деревья с тротуаров. И хотя самые сильные порывы прекратились, гидрометцентр предупреждает, что ветреная погода сохранится до конца дня. Спасатели просят по возможности переждать непогоду дома и не оставлять транспортные средства под деревьями и рекламными щитами.